Алексей меня называйте. Находимся мы где сейчас? Можно вот территориально? Мы находимся на переднем крае западного участка обороны Горловки. Впереди нас шахта Южная с ее всеми прилегающими районами, укрепрайонами ВСУ. До противника какое расстояние? Так минимум и максимум можно? В среднем 400, 500, 700. То есть стрелковый выстрел, да? Да, конечно, конечно. Расскажите, пожалуйста, вот немного о ситуации, которая складывалась на передовой до перемирия. Из чего стреляли, в какое время, по каким целям? То есть, ну, как до перемирия стреляли из всего, то есть если, ну, я не буду упоминать за стрелковое оружие, стреляли со всех калибров и стреляли в основном по городу с целью запугать мирное население. По нашим позициям тоже, ну, я так говорю, даже что реже по нашим позициям, чем по городу стреляли. Все делается для того, чтобы запугать население ДНР. Как-то изменилась ситуация после 21 числа? Да. Ситуация до сегодняшнего дня относительно спокойно. Провокации делаются пока исключительно из стрелкового оружия. Ну, без этого они не могут, без провокаций все равно они делаются, чтобы нас спровоцировать на ответный огонь. Мы пока не отвечаем. Как-то вот, по вашему мнению, изменится ситуация в Донбассе после выборов в Раду? Ну, я, наверное, не вправе прогнозировать и, ну, не вижу никаких предпосылок к изменениям. То есть думаете, что так накаляться она и будет дальше? Да, накаляться будет, так как там тамошнее, то есть украинское правительство и руководство, они отрабатывают заказ западных хозяев своих. Ну и на изменения надежд нет. Получается, это уже позиции украинских войск, да? Да, собственно, позиции украинских войск от нас находятся сейчас в 700 метрах. То есть еще ближе, да, чем Терекон? Да. Мы видим два Терекона. Это Терекона шахты Южной. Ихний. Шахта Южная — это один из главных и самых важных ихних опорных пунктов ВСУ на данном направлении. Ну и, конечно же, они повесили флаг правого сектора. Наверное, чтобы мы боялись. А вы, как у вас отношение, когда вы видите флаг правого сектора, а не украинский? Да нам равнодушно уже. Равнодушно. Страха это не внушает, но неубедительно уже. Они, получается, вот в Зеленке, да, которая под Терреконом располагается? Да, в Зеленке под Терреконом и по флангам Терекона и вперед от Терекона в нашу сторону. А вот артиллерия миномета, которая бьет по городу, она где-то здесь располагается? Ну, будем говорить так, вот из того, что вы видите, артиллерия и минометы из-за Терекона в шахты Южной бьют. Ну, это одно из их мест, откуда они бьют.